Ну что, друзья, всем привет! Снова с вами я, Вероника. И я уже в аэропорту в Шереметьево жду посадки на свой рейс, который задерживается на 1 час. Я лечу в Краснодар и покажу вам мое путешествие. Оставайтесь со мной. До встречи! Наконец-то! Все, мчим на классы, да? Да, люди ждут. Блин, а во сколько они? Ну, ориентировочно в 5, но мы немножко опоздаем, конечно. А, ну все, я думала, они типа в 3, знаешь, и поэтому я думала, блин, как вообще сейчас все будет. Спасибо огромное! Это был Краснодар! Было очень круто! Спасибо! Автограф сессии. Ну что, все, я закончила, провела уже свои мастер-классы, вся выжата как лимон. Вон сидим. Кстати, это Азиза, это девочка, с которой мы тренировались. Сколько лет назад вместе? Много, с детства. Офигеть просто, вы представляете? Мы встретились в Краснодаре, она из Ташкента тоже. В общем, что мы сейчас делаем? Мы едем домой. Ее мама приготовила плов, поэтому я думаю, что мы пойдем покушаем плов. Вот, а завтра уже мы отправляемся в лагерь. Ладно, все, увидимся. Просто третий выпуск видеоблога от Вероники Нинджи Зора. Короче, что здесь происходит? Мужик на аудио встал здесь и... Из Министерства культуры, между прочим. Из Министерства культуры. Угу. Я не знала. Ну вот. И никто не может выехать. Там сзади нас тоже уже люди. И просто чувак стучал. Он сначала бил сигнализацию, они не отвечают. И он просто решил сдуть ему колесо. Почему бы и нет? Но. Экскурс по Краснодару. Покажу вам свой номер. Я буду здесь жить с Настей Бермус. Она приедет сегодня вечером, поэтому пока что я одна. Вот такие у нас кровати. И самое интересное — это море. Солнце бьет в глаза, оно так круто. Я так счастлива вообще. Наконец-то я греюсь. Мои косточки прогреваются, мне становится хорошо. Блин, классно вообще, я очень рада, очень счастлива, что я здесь. У нас все сегодня начинается. Сегодня мой класс уже в 3 часа будет, сейчас 12. Мы все расселяемся пока, пока такой чил у нас. Приведем себя в порядок, покушаем, а потом пойдем танцевать. Хочу вам показать номер, куда нас переселили. У нас в том номере нашли мы сами тараканчиков прямо на кровати. Это, конечно, было не очень прикольно, но они говорят, что такого вообще не было. Мы первые. В общем, нам повезло. Зато нас переселили в люкс с 2 балкончиками, с таким зеркалом. Шкаф красивый. Сейчас. Смотрите, вид, красота. Иду на мастер-класс по дэнс-холлу. На самом деле,
Я начинала танцевать дэнс-холл. Это такой ямайский танец ямайских культур. Когда я начинала, на самом деле еще не было как такового дэнс-холла, был рага-джем. Ну вот мы его и танцевали. Что-то схожее, но не совсем. Вот, сейчас у Насти уже будет хоряга. Посмотрим, как я ее станцую и выдержу ли я вообще, потому что мы сегодня проснулись в... Я в 7 утра встала, чтобы мы пошли и сняли видео. Поэтому, да, сейчас вам все покажу. Пытаемся снять видео. У нас немножко не получается, но... Нет, точнее, все получается, просто техника иногда дает сбои. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Настя наверху там уже идет. Мы просто все решили, что надо в последний день нам все снять видео. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот такая вот. В шортиках, на пляже. Снимаем мою связочку, которую я давала вчера, Hands Performance. Вот. Сегодня у нас последний день, не хочется так уезжать, здесь так круто, я так отдохнула. Вообще, я просто насладилась полностью всей атмосферой, лагерем, детьми. Дети — это просто чудо, они подходили каждый раз, каждый класс они обнимали. И не класс, если даже, они просто, мы идем на обед, на ужин, на завтрак, они обнимаются, господи, это так круто. Прям наполнилось, вообще... Я очень счастлива, что я здесь встретила много интересных людей, познакомилась, и да, было просто замечательно. Офигеть, просто. Дети ставят представление. Смотрите, они прям рядом с этими. Офигеть, вообще, смотри.